Спортсмен из нашего городского округа, житель поселка Октябрьский Евгений Петров, стал абсолютным чемпионом по масс-рестлингу в весовой категории свыше 105 килограмм, победив сразу трех соперников. А помимо личных достижений у Евгения и перспективные ученики. Удержать равновесие и вывести из него соперника, выкручивая палку до 90 градусов и при этом удержать ее – таков залог победы в масс-рестлинге. Накал страстей и азарта, восторженные эмоции болельщиков, наблюдавшие настоящую битву титанов. Международный мультиспортивный фестиваль «Сарычев Пауэр Экспо» собрал сильнейших со всей России. Наш округ представил Евгений Петров. Особенно зрелищным был поединок со спортсменом-силачом из Дагестана Русланом Омаровым. Евгений одержал победу с тремя соперниками, став абсолютным победителем в весовой категории свыше 105 килограмм. Президент Федерации масс-рестлинга города Москвы Дмитрий Васильев вручил Евгению медаль, почетную грамоту и ценный приз. Кроме того, Евгений Петров представил своих учеников, которые также стали призерами фестиваля. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.